Здравствуйте, дорогие! Я сейчас сделаю расклад на предстоящую неделю. На каждый день будет по одной карте. На все 7 дней в неделе. Так, первая карта — это у нас понедельник. Что же нас ожидает всех на понедельник? На понедельник нас ожидает работа. У многих работа, конечно же, это карта башни. Нужно работать, начинается новая неделя рабочая, и никуда от этого не деться, потому что, ну, работа нужна, на работу ходить нужно, ездить, ходить. Но многие, конечно же, будут одиноки в отношениях, кто состоит, себя будет чувствовать одиноко, либо у кого нет пары, будут себя очень особо в этот день ощущать одиноко. А что же у нас будет во вторник? А во вторник у нас... карта ключ. Очень даже хорошо. Во вторник многие найдут правильное решение. Кто, может, одинокий, найдет решение, способ, как познакомиться с мужчиной. Кто одинок в паре, может, найдет решение, там, кто в ссоре, как помириться со своим мужчиной. Многие найдут решение по работе какое-то правильное. В общем, этот день для принятия какого-то решения. Так, что же у нас будет в среду? В среду карта ребенок. В среду будет что-то у многих новое. У многих новая работа. Новое тоже решение, продолжение как бы вот этого момента. Новые какие-то впечатления, поездки. Новые мужчины, новые друзья, знакомые. В общем, будет все новое. Все, что-то произойдет такое новое у каждого из вас. Что же будет у нас у всех в четверг? А в четверг, о, как прекрасно, это карта Лилия. В четверг прекрасный день, спокойный, гармоничный. Кто в отношениях, у них будет сексуальное такое что-то, романтика, любовь, физическое такое притяжение друг к другу. Если кто спрашивает про работу, на работе все пройдет спокойно, гладко, тихо, благополучно. Что же будет у нас у всех в пятницу? В пятницу у нас что-то будет решающее. Это карта крест. У многих это будет связано с родственниками в пятницу. Поедут к родственникам. Либо родственники приедут. Либо у многих в пятницу это какой-то такой вот знаменательный, судьбоносный день. У многих вот что-то вот, что планировалось, должно именно в пятницу решиться по судьбе, что-то серьезное. Но у многих будет просто тяжелый день в плане физическом, переутомляемость, усталость. Что нас всех ожидает в субботу? В субботу это вышла карта развилка. Карта развилка. Нужно сделать выбор. У каждого человека есть всегда выбор. В любой ситуации. Нет безвыходных ситуаций. И вот в субботу у человека будет выбор либо сделать так, либо так. Он будет стоять вот на принятии решения. И ему нужно выбрать из, как минимум из двух вопросов. Либо что первое решить нужно, либо что выбрать. Такой вот день для выбора. И чем же закончится наша прекрасная, замечательная следующая неделя? Воскресенье. Чем она закончится? Это карта собака. Закончится она очень даже прекрасно, хорошо. Встреча с друзьями, преданность любимого, верность, такие доверительные отношения. Все, вся, что за неделю проходили, какие-то происходили неприятности какие-то, у кого-то что-то, какие-то проблемы. К концу недели все наладится, и все будет благополучно, хорошо. Я очень рада за всех за нас. Большое вам спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.